про Евгения Орлова? Да, конечно. Вы поддерживаете его, смотрите? Ну, естественно. А вы знаете о его сейчас результатах? Вот сегодня он взял золото? Ну, золото взял, конечно, видел. Да. Наши двое взяли золото. В смысле, золото и серебро. Два первых места – это круто. Смотрю, очень поддерживаю. Очень рада, что он занял первое место и взял золотую медаль. Спасибо ему, что гордимся нашим районом, что он наш. Гордость за него и за нас, за всех. Мы болеем, любим, очень уважаем. По плаванию занял золотую медаль. Молодец. Знаешь, про Евгения Орлова? Знаю. Вот, по-моему, вчера новость была, то, что он взял золото, он видновчанин. Это единственное, что я знаю из новостей по Олимпиаде. Болеем за своих гимнастов. Спасибо. А за Евгения Рылова, нашего земляка, пловца? Ой, конечно, тоже. Я хоть пожилой человек, но смотрю постоянно. И утром, и вечером. Все очень хорошо должно быть. За Евгением Рыловым не следите, за его успехами, пловец наш? Нет. Потому что без знамени поехали. На все это смотреть очень грустно. Без знамени. Там кто выигрывает, концерт Чайковского. Слежу за золотом, видел. Сегодня 4 медали за последние сутки. Приятно. Конечно, Фетисов сказал, что мы не знаем фамилии наших олимпийцев. Это плохо, наверное. Но мы за них все равно болеем. Поэтому спасибо.